Всем привет! Продолжаем рассматривать картины художников, скульпторов. Сегодня у нас работы Френч Джареда. Американский художник, специализирующий на яичной темпере. Он был одним из художников, приписываемых в стиле искусства, известного как магический реализм. Родился в штате Нью-Йорк. Френч получил степень бакалавра искусств в 1925 году в Вахнерском колледже. Вскоре после этого он познакомился и подружился с Полом Каднусом, который в дальнейшем стал его любовником. Френч убедил Каднуса отказаться от коммерческого искусства ради того, что он считал серьезной живописью. В 1930 году, когда Френч и Кадм вместе учились в Нью-Йоркской студенческой лиге искусств, итальянский художник Луиджи Луччиони написал французскую картину под названием «Джаред Френч», который сейчас находится в Музее искусств Метрополитен. Я пользуюсь Википедией. В конце 1930-х годов, в начале 40-х, Френч писал фрески. Ранние картины Френча – это жуткие красочные таблицы неподвижных, молчаливых фигур, полученных из архаичных греческих статуй. Более поздние работы показывают своего рода классический биоморфизм. Странные, красочные, наводящие на размышления органические формы. Считается, что юнгианская психология оказала важное влияние на образы сновидений в картинах зрелости Френча. Сильно стилизованные, архаичные фигуры на его картинах предполагают, что они представляют собой память предков всего человечества. То, что Карл Юнг называл коллективным бессознательным. Сам Френч никогда не был откровенным об источнике своих образов, хотя на стилистическом уровне влияние ранних итальянских картин эпохи Возрождения, таких мастеров, как Монтенья, Пьеро делла Франческо, вот что он писал. «Моя работа уже давно связана с представлением различных аспектов человека и Вселенной. Сначала это было связано с его физическим аспектом его физической вселенной. Постепенно я начал представлять аспекты его психики. Пока в работе «Море» 46-й год и «Уклонение» 47-м, я совершенно ясно не проявил свой интерес к внутренней реальности человека». Френч поступил в секцию настенной живописи проекта Public Works of Art, инициированного Министерством финансов в 1933 году, после чего создал фрески для почтового отделения в Плимуте и здание почты в Ричмонде. В 1937-м женился на Маргарет Хеннинг, художницы, которая была старше Френча на 15 лет. В 1940-х годах у Френча и его жены сложились сложные отношения к Каднусом и тогдашним любовником Каднусом Джорджем Тукером. Когда Френч и его жена купили дом в штате Вермонт, они подарили Кадму собственный дом на этой территории. Позже Френч забрал дом обратно и отдал ее своей итальянской любовнице. Френч умер в Риме в 1988 году, и многие из его картин остались у его друга Роберто Джанатте. Ну вот так вкратце из Википедии о американском художнике, который специализировался на яичной темпере, был одним из художников, приписываемых стилю искусства, известному как магический реализм, Джаред Френч. Пока-пока, до свидания, всего хорошего.